Всем привет, вы на канале Ростиксона, сегодня я вам расскажу о коине Чия. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает инфу, которой нет на YouTube-канале. Например, различные ивенты, на которых вы можете заработать, различные конкурсы и опросы. К сожалению, YouTube могут закрыть, но вы можете продолжить получать контент в Телеграме. Также вы можете задать свой вопрос в телеграм-чате биржи Gate.io, все ссылки будут в описании. Напомню, что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира. Вы также можете зарегистрироваться по ссылке в описании и получить вечную 20% скидку на комиссию. Спасибо им за поддержку. Итак, начнем. Chia Network – это блокчейн нового поколения, в основе которого лежит алгоритм консенсуса Proof of Space and Time. Говоря простыми словами, блокчейн Chia задействует ресурс жесткого диска вместо видеокарт. Для майнинга Chia используется пространство накопителя памяти. Chia предлагает новый взгляд на блокчейн, поскольку он реализует первый новый алгоритм консенсуса Nakamoto с момента появления биткоина в 2008 году. Платформа Chia поддерживается фондами Andreessen Horowitz и Galaxy Digital. Они имеют амбициозные планы на этот проект. Руководство фонда желает сделать из Chia аналог крупного банка с очень быстрыми транзакциями. Предыдущим, но уже немного устаревшим аналогом банковской системы был биткоин, но сейчас люди потянулись к новым, более продвинутым криптовалютам. Помимо нового подхода к распределению сети и майнингу, разработчики Chia представили свой новый язык программирования – Chia Lisp. Он должен облегчить разработку смарт-контрактов и ставить серьезную конкуренцию сети Ethereum. В мае 2021 года цена поднималась до отметки в $1934. После этого в течение полугода снижалась, и в декабре торгуется в районе $100 США, то есть снижение произошло на впечатляющие 95%. И при этом капитализация, достигавшая мая 450 миллионов, снизилась не так сильно, а всего на 35%. Цены на разные монеты могут сильно отличаться от их стоимости, которая сформирована затратами майнеров на оборудование и электричество. При текущей цене Chia примерно $50. Срок окупаемости оборудования для майнинга более 7 лет, обычно это срок 1-2 года. Это дает основание предположить, что стоимость монет сейчас недооценена. Вероятно, сейчас хорошее время для захода в позицию. Количество активных майнеров вызывает рост этой сети. Такой рост активности серьезно показатель того, что этот проект не стоит сравнивать с другими. У проекта Chia есть 21 миллион монет. Да, пугает, 21 миллион перемайненных монет на двух кошельках. Ранее на майне на биткоины тайно держат какие-то неслучайные люди, а в Chia об этом просто говорят открыто. Поэтому как минимум можно следить за этими двумя кошельками, и если монеты с них не двигаются, значит все хорошо. Следите за ними, если увидите, что с них что-то тратится, фиксируйтесь. Важно отметить, что все эти монеты не будут использованы до момента, пока акции компании начнут торговаться на бирже. Сам проект выглядит очень перспективным. Важно помнить, что большая часть функциональных возможностей, в первую очередь смарт-контракты, еще не реализовано в полном объеме. А это значит, что в будущем мы можем увидеть множество проектов, простроенных в экосистеме Chia. И возможно тогда эта монета станет новым биткоином. Что такое XCH? XCH – монета криптовалюты Chia. То есть Chia – это сам проект, а XCH – его внутренняя цифровая валюта. Ее можно купить для своих нужд. Также она доступна для трейдинга на Gate.io. Отличается довольно высоким уровнем стабильности. Цена монеты XCH в среднем меняется на 2-3% в день. График курса XCH USDT хорошо прогнозируется при помощи классических технических индикаторов. Токен XCH используется для денежных переводов внутри системы Chia. Также эти монеты получают майнеры за предоставление мощностей своих HDD и SSD дисков. Вознаграждение за майнинг – это хороший стимул для поддержки проекта. Ведь если по причине низкой прибыльности майнеры уйдут, некому будет обрабатывать транзакции и проект. И проект уйдет в небытие. А на этом, пожалуй, все. Вы рассмотрели токен Chia от и до. Надеюсь, вы подчеркнули из этого видео что-то полезное. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Всем удачи и будьте аккуратны.